представляете, что мне пришло. Так, погоди, я же угадал. Вы я вообще не представляете, что за мне команда, пришло. Да. Вась Васич, на, тебе гитара дарю, играй. Нет. Учись. Уважаемые господа, помогите, пожалуйста, нам определиться, где у нас будут Воробьёвы горы или парк Горького. Где вы хотите нас видеть? Опять же, надо подумать. Екатерина выходит. Давай. Екатерина выходит танцевать. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Екатерина. Восьмерка пошла. Восьмерка пошла. И восьмерка. Не, не, я не хочу. Боже, кто вы такие? Что у тебя в руке, граната? Задание, а мы их исполним. Приходите, берите с собой знакомых, берите с собой кого угодно, приходите, мы вас будем ждать. Здрасте. У нас уникальное шоу «Новые игры реальности». Вы можете нам дать задание, а мы будем выполнять любое, прямо здесь, прямо сейчас. Какое задание? Я могу помочь вам пакет донести, портфель. Сделать для вас уроки. Какую песню? Любую. Какую? А, любую. О любви? Давайте. Я не лягу под ноги к тебе никогда. Вот так раненым сердце тобой буду страдать. Не знаю, что у тебя на уме, да и не хочу. За дикую радость, что даришь мне, не представляю, чем расплачусь. О, спасибо. Игры реальности, правда, у нас шоу. Подписывайтесь там, ищите. Там, да, участвуйте, давайте нам задание, мы их будем выполнять. Игры реальности. Можете писать свои задания. Их оплачивать, и мы будем выполнять любое задание, которое вы хотите. Если, допустим, вы сидите дома, и вам нужна пицца. Мы можем вас развлечь. Да, спасибо. Вот так присядка делаете. Вот так еще, да? Мы к вам приехали. Приехали на час. Привет, бонжур, хелло. Эй, а ну скорей любите нас. Вам крупно повезло. Ну-ка все вместе. Эй, уши развесьте. Эй, лучше по-хорошему хлопайте в ладоши. Полную версию вы сможете посмотреть завтра в 12 часов в прямом эфире. А не забудьте, пожалуйста, проголосовать о том, чтобы завтра, ко Дню Матери, где мы будем проводить вам... Воробьёвы горы! Воробьёвы горы! Ладно, пока! Джеки Чан, доброе утро, Джеки Чан. Чего тебя сегодня с утра заходил? Доброе. И потом такой показал мне ролик, где у него эти дубли не эти, как они были. Советский вертолет пошел! Я приземлился! Это прилетел Кичунин! Сегодня у нас будет презентация, понимаешь, нашего шоу. А завтра у нас будет флешмоб и концерт ко Дню Матери, понимаешь?
будет что-то такое, что вы даже не представляете, что это может быть, потому что это будет чистая импровизация. Ну-ка все вместе! Эй, 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 эй! Уши развесьте! Эй, 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 эй! Ну-ка по-хорошему хлопайте в ладоши нам! И потом руки... батл с Максом, поехали! Тише, тише! Мы вас ждем. Приходите. Выиграем. Реальность. Васич, ты раньше что-нибудь рекламировал? Я хочу пригласить всех участников сегодня, всех смотрителей, кто нас смотрит, всех, кто уже нас полюбил и кого любим мы. Да? Торговый центр Тиара, Москва, Мичуринский проспект, 27, в 16:00. Мы будем ждать вас.